Поехали, ребята. Поиграем за нубика. Немножко постреляем в зомбарей. Здесь вообще такой уровень очень-очень интересный. Мы тут пытаемся с нубиком в пустыне пройти этот уровень. Но нубик у нас... О, это же нубик. О, его вот откидывает не в ту сторону. ТНТ-шка. Ну, в принципе, здесь и расстояние-то небольшое, куда он откидывает. Так, надо нам стрел купить. У нас не хватает стрел. О-хо-хо-хо, а чё, кто он? Как, почему? Чё он прыгать-то начал? Ты заметил? А-а-а, мы наверху оказались, прикинь? Да ну, а как мы наверх запрыгнули? Офигеть, это такой первый раз, что мы запрыгиваем наверх. 460... О, 1000. 1000. Сейчас мы с вами как раз и движок и купим. На косарек. Все, максимально прокачанный у нас двигатель. Надо теперь колеса прокачивать. Но самые такие непрокачанные, что отстаются, это колеса. Но золотые колеса это прикольные, слушай. Мне нравятся золотые колесики. Так, динамитик мы проехали. Да. Вот либо, я не знаю, либо колеса прокачать, да, в следующий раз. Либо прокачивать этот самый, господи, лук, стрелы, чтобы побольше стрел было. Вообще-то стрелы это тема. О, давай, 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 давай. Ой, хорошо, хорошо, молодец. Молодец, нубасик. Да, стрелы нужны, короче. Они нас тормозят. Это те вот зомбарики. Конкретно причем, смотри. Тормозят они или нет нас? Что-то я не пойму. Мне кажется, тормозят. Ух ты, сколько этих зомбарей было. Они прям в такую эту выстроились. Колонну прям. Давайте поиграем в кибер-робота. Кибер-робот. Поехали. Едем. Так. Хорош, проехали. Так, здесь едем. Так. Ой, головой. Не, нормально. Это не этот самый, господи. Нормально, короче, все. Ой, взорвался, да ё-моё. Поехали, быстренько. Едем. Едем на таком роботике. Давай, давай, робот. Во, молодец, молодец, молодец. Так, заезжаем сюда. Ты, нифига себе, какой-то круг мощный. Давай, давай, время, время, время. Оба. Во, 42 секунды. А нужно за 34 проехать. За 34, так за 34. Давай попробуем. Давай, может быть, успеем. Ну, давай, 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 едем, едем, едем. Во, хорошо, хорош, хорош. Все. Так, сколько там? 27. 27 уже, да, секунд? 29. 29, ребята. 33. Ох, успели, проехали, молодцы. Ну что, ребята, продолжаем играть в Майнкрафт. И мы остановились здесь на пещере. Здесь в пещере много угля, но нету железа, к сожалению. Вот чего нету, того нету. А нам нужно много железа, поэтому мы немножко соберем сейчас уголек. И будем продолжать дальше искать железо. Давайте отсюда потихонечку выбираться. Так, наверх. Тикс. Это что такое у нас? Земля. Вот, землю мне не жалко. Так, все, выбрались. Это где? Это я вот здесь сверху нахожусь, да? Ага, у нас здесь даже еще есть, получается, снег. Так, снег мне пригодится, может быть, я снеговика сделаю. Давайте соберем весь снег. Да, снега здесь немного, немного. Очень даже мало. Можно и здесь, кстати, это уголь. Уголек сейчас соберем. Пусть будет. Так, сюда мы заходили, смотрели, там нету железа. Ребята, овечки. Давай одну овечку попробуем убить. И мясо возьмем, потому что мне вообще жрать нечего. Так, топором можете? Да, топором лучше. Так, баранина есть. Мы ее пожарим. Шашлычок.
И скушаем потом. Так, здесь у нас получается карта так заканчивается. Ладно. О, может у меня там пшеница выросла, слушай. Сейчас пойдем домой, посмотрим. Так, бежать уже я не могу. Блин, вот этот голод, всё. Ладно, будем... Ну, что-нибудь... Блин, мне нужна рука. Вот рука нужна. Чтобы сбивать, получается. Блин, может этого убить? Голема, а не вот как бы железо есть. Ну, что-то... Что-то он как бы не хочет этого, он все равно защитник, он защищает. Как бы убивать его неохота. Так, давайте посадим тогда немножко сюда вот пшеничку нашу. О, курочка, подожди, слушай. Привет. О, с одного удара, нифига себе. Надо, блин, у меня тут куриц мало. Зря, конечно, их убиваю. О, у нас есть вот что есть. Так, сладкие ягоды. Ладно, будем есть сладкие ягоды. Давайте посадим здесь еще кустики тогда. Так, ей нужно спать ложиться уже. Наступает ночь. В смысле? Ты чё на мой этот сел? Лёг, а ну иди отсюда. А он лёг на мою кровать вообще. Это может его домик, не знаю. Ну, как бы, ладно. Ничего страшного. Так, что у нас здесь? Мне нужно поесть. Давайте ягоды поедим. И поставим жариться... получается... сырую баранину. Баранину будем жарить. Так, у меня еще хрюшки есть. Ну, пока для хрюшек пока время не пришло. Так, давайте я соберу побольше пшеницу. И надо будет пойти искать все-таки железо. Опа, ну, как бы, я не знаю, если там что интересно, там слишком глубоко, я не хочу туда пока. Опа, вот оно железо. Слушай. Здорово. Так. Блин, да тут железо дофига. Офигенно. Только у меня, видишь, здоровье совсем не алё. Так, никого. Я просто проверяю, чтобы никого не было здесь. Так, вроде никого нету. То могут криперы всякие вылететь, еще какая-нибудь фигня. Так, все, железо берем. Как бы есть у меня на ведро. Есть у меня уже на ножницы. Так, давай на кирку сделаем железную. Железная кирка тоже нужна. А вдруг я найду алмазы, представляешь? Все. Так, теперь отсюда можно вылазить. А как я сюда попал? А, вот через отсюда. Так, давай землю поставим. Так. И вот таким способом сейчас поднимемся. Во. Все. Я здесь поставлю метку свою. Что, типа, якобы здесь можно что-нибудь найти еще интересненькое. Вот такая метка будет небольшая, с факелом, конечно же. Давай. Вот так вот. Пару факелов поставим. И с этой стороны тоже. Да, и с этой. А хотя можно было просто посередине поставить факел и все. Все, пойдем в печку кидаем железо. Так, я думаю, сюда я закину. У меня там баранина жарится. Вот в этом домике есть. Сидит кузнец. Я не думаю, что он украдет мое железо, нет? Я не знаю. Так, еловое бревно. Нет. А, подожди, в смысле. У меня же это есть уголь. Все, плавильная печь работает. Замечательно. Нет, так, мне нужно что-то покушать. Покушать пока нечего. Ладно, ребята, будем заканчивать. Ну что, нубик, поехали, поехали. Садись в свою тарахтелку, балалайку. И на твоей балалайке мы поедем. Вот такая вот, ребятки, балалайка, которая... Блин, назад почему-то отъехала. Отбросила ее этим самым ТНТшкой. Ой, да, я тебе сейчас, нубик... Слушай, знаешь, нубик, что я тебе сделаю? Я тебе куплю все-таки стрелы. Да. Стрелы я тебе все-таки... А, ТНТ, взорвись. Нет, ТНТ не взорвалась.
Я тебе стрел куплю. Вот сейчас я заработаю денег. Ребята, поставьте, пожалуйста, лайк. Давайте соберем 10 тысяч лайков на видео. Надо мне купить стрелы нубику. О, смотри, колонну. Колонну мы прошли. 500 долларов заработали. А, на тебе лук. Еще сколько у тебя там стрел? 12. Тебе должно 12 стрел хватать на много этих зомбариков. Не знаю, насколько много. Ну, чтоб побольше оставалось. О, молодец, как он хорошо их всех пощелкал. Так, а что, в смысле? Стрелы заканчиваются? Ё-моё, одна стрела осталась. Ноль. Все. Прокачал эти стрелы. Нубик. А ты взял все стрелы и так быстро кончил, что уже нету стрел. Ладно, давай. Давай тысячу. Тысячу долларов заработай. Пожалуйста. Тысячу баксов. И потом я тебе куплю колесики. Хочешь? Новенькие. Новенькие колесики тебе куплю. Ох ты, ребят, смотри, сколько зомбарей. Я их не могу уничтожить. Конкретно причем. Ох-ох-ох-ох-ох. Чувствую, нубик, ты себе колесики новенькие купишь скоро. 678 долларов. И мы, ребята, покупаем колеса. Да. А какого цвета? Коричневого. Коричневого цвета за косарь. У нас были золотые колеса. Офигенные, классные золотые колеса. А, нет, смотри. А почему они фиолетовые стали, а? Они же там почему-то коричневые были. А сейчас фиолетовые. Я не знаю. Почему так? Давай, нубик, аккуратненько едь. Да. А это, мне кажется, из обсидиана колеса, нифига. Да ты, нубик, сейчас крутой уже. На своей тарахтелочке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, аккуратненько. О, давай, мочи зомбарей. У тебя уже закончились патроны, да в смысле? У тебя же там, я их прокачивал. Они у тебя так уже закончились быстро. Офигеть. Так, а ты чё пропускаешь зомбари? Ты их должен всех щелкать. О, да. Далеко мы с вами, ребятушки, здесь с ними не прошли. Итого 570 долларов. Что мы можем купить? А лук сколько стоит? 1000, косарь. Лук, косарь. Офигеть просто.